Лучший кадетский класс выбрали в рамках 3-го регионального фестиваля. За почетное звание боролись 13 команд из Пензы, Нравчатского, Лунинского, Никольского районов. Участники представили на суд жюри исследовательские работы, защитили социальные проекты, продемонстрировали патриотические ролики, ответили на вопросы об истории Великой Отечественной войны. Кроме того, ребят ждал творческий конкурс. Ключевой смысл и ключевой идеей создания кадетских классов, развития кадетского движения является ранняя профессиональная ориентация нашей молодежи. Вот. Ну и что самое главное, это формирование у наших молодых граждан понимания Родины, своего долга перед Родиной, вот. Формирование чувства патриотизма, товарищества, то есть тех лучших моральных и нравственных качеств, которыми всегда славился русский народ. По итогам всех конкурсных заданий наибольшее количество баллов получили кадеты средней школы номер 4 города Никольска. Они стали победителями фестиваля.